Встречались много раз в разных местах, но вот так вот уже серьезно, что называется, перестали нервничать, бояться и полюбили друг друга, да? На фестивале «Ливановка» в Самаре в этом году. Это фестиваль памяти моего учителя Вадима Ливанова. Вообще, надо понимать, да, контекст происходящего сегодня в России. Ну так вот по-серьезному две таких вот школы драматургов существуют, которые выпускают драматургов. Это школа Николая Каляды на Урале и школа Натальи Скороход, которая сегодня приехала вместе и ученицей в программе, как каждый год, и сегодня присутствует просто как зрители здесь. И возвращаясь к Вадиму Ливанову, это была тоже какого-то своего рода школа, альтернативная, да, потому что в ней ничему не учили, но в которой, но которая притягивала к себе людей, мыслящих в одном направлении, да, в направлении современной драматургии, современного театра. И вот, собственно говоря, в этом году Вадим Ливанов ушел от нас, и, ну, 5 лет назад, и вот в этом году тольяттинский издатель Вячеслав Смирнов издал его полное собрание сочинений. Я хочу показать его, презентовать. Это вот такие два большие книги пьес и всего вообще на самом деле, потому что это полное такое, да, тут и сценарий, и что-то еще Вадима Ливанова. И вы тоже, ну, собственно говоря, призываю вас иметь дома такие красивые вещи тяжелые. Во-первых, просто потому что это здорово, смотрите, какие огромные книги. Во-вторых, это Вадик Ливанов. Вот в этом году понял как-то, что его драматургия с каждым годом становится все как-то более актуальной, интересной. Ну, то есть она как-то начинает звучать по-другому. Вот, так что если вы хотите приобрести эти книги, то обращайтесь ко мне, я вас, вот, собственно говоря, направлю уже дальше. Вот, все, уступаю слово Маше, да, и потом уже вы все знаете. Ну вот Михаил сказал, что у нас в стране постоянно работающих, в том числе внутри образовательных институций, на самом деле всего две школы, и Наталья Степановна Скороход, основатель и мастер, драматург, педагог, ведущий Санкт-Петербургской школы. Она кандидат искусствоведения, доцент кафедры театрального искусства РГИСИ, театральный автор, более 20 лет инсценирует прозу, пишет пьесы, сценарии, работает с классической литературой и также является автором нескольких книг, которые очень полезны на самом деле тем, кто хочет разбираться с драматургией или думает поступать и учиться тому, как пишется драматургия. Это книги «Как инсценировать прозу», «Анализ постдрамы» и Леонид Андреев в серии «ЖЗЛ». И мы передаем слово нашему завершающему. Пожалуйста, убедитесь, что звук ваших телефонов выключен, и мы начинаем. Спасибо большое, Мария. Спасибо за мое представление. Ну, должна сказать, что я уже практически не работаю, и все силы свои отдаю. Я тоже, Миша сказал прекрасно, ее девушке. Я вчера тоже, мы пришли в ГИТИС, там сидит 5 таких замечательных мужчин-режиссеров и одна девушка скромно. А мы входим такой стайкой, и кажется, что девушка 40, и я ощущаю себя женским тренером. Тренером женской команды, хотя мальчики тоже есть, в общем, они даже здесь присутствуют в зале. Вот, но тем не менее, да, и я только вчера вечером почувствовала, что я уже не работающий драматург, а как бы вот только тренер, потому что мне пришло письмо из Астаны. Там запускается проект сериальный о японцах пленных, которые были в Казахстане. И вот мне написали: Наталья Степановна, мы нашли ваше имя в какой-то базе. Вот, вот мы, так сказать, запускаем такой проект, сериал на русском языке. Нам нужен сценарист. И, пожалуйста, пришлите нам свое резюме и сколько вы хотите получать гонорара. Я тут же написала: друзья мои, я ничего не хочу получать, ничего не хочу писать, потому что уже как бы у меня другая судьба, но у меня есть
много учеников, поэтому, если вы хотите, они еще очень молодые, резюме у них короткое. Вот, ответ пришел через 2 минуты. Нет, нам нужны опытные авторы. Поэтому, если кто-то здесь есть из опытных авторов, кто интересует этот проект, можно как бы найти его на сайте и, в общем, воспользоваться. Это на правах рекламы просто Астаны, смешной был случай. Вот, значит, вот название моей лекции, да, «Драматург в театре тогда и теперь», но это очень условно. В общем, я хочу поговорить, и как раз очень хорошо под финал «Любимовки», поговорить о том, что такое профессионализм в драматургии. Профессия это древняя, да, древняя, не такая, может быть, древняя, как проституция, но все-таки тоже древняя. Поэтому вот хотелось бы поговорить, что это было на каждом, ну, значимом, скажем так, историческом этапе и какие вносила та или иная эпоха изменения в это понимание, что такое профессионал-драматург. Ну, значит, поднимите руку драматурги, которые здесь находятся. Мало, как мало. Опуститесь, спасибо. А кто себя считает профессиональным драматургом? Трое, да? А, трое. А, еще и Миша, да? Четверо, да? Дальше я не буду вас спрашивать, почему, да? Почему вы считаете себя профессиональным драматургом, потому что по этому поводу может быть разные совершенно сегодня, да, ответы на этот вопрос. Ну вот потому что я зарабатываю деньги своим пером, да? Там, допустим, такой драматург, как Гёте, написал одну значимую пьесу, и я думаю, очень мало я ее заработала, потому что писал ее 50 лет, это «Фауст», да, и как бы, а когда она стала ставиться, как-то уже очень много в 20 веке, уже как-то и авторское право для него кончилось. Вот, поэтому он зарабатывал все деньги какими-то другими вещами, или, может быть, вообще не нуждался в деньгах. Вот, поэтому это критерий такой достаточно... неочевидный. То есть, ну вот покойный Грибоедов, да, написал одну пьесу «Горе от ума», да, но мы считаем его почему-то профессиональным драматургом. Я думаю, что ни копейки денег этой пьесы он не заработал, тем более она не ставилась просто при его жизни. Поэтому вот давайте посмотрим, да, какие в этом плане есть возможности. И я не буду читать вам лекцию по истории театра, только не поймите меня превратно, если здесь есть театроведы, не поправляйте меня, пожалуйста, когда я буду ошибаться. Не в этом суть, да, не в этом суть. Я хочу немножко вот как-то, чтобы в головах драматургов, или, может быть, не драматургов, или тех, кто хочет быть драматургами, да, вот в этой зрительской элиты, которая сюда приходит, вот возник этот вопрос. Но особенно это важно, наверное, для драматургов. Потому что, вот смотрите, мою пьесу прочли на Любимовке, да? И что? Вот завтра кончится Любимовка, а послезавтра вы проснетесь с этим ощущением, что мою пьесу прочли на Любимовке. И что дальше? Да? Что дальше-то? Вот это вот главная мечта, наверное, тех, кто пишет пьесы, сбылась, да? И что? Да? Что мне дальше делать? Что для меня лучше всего? Бежать с этой пьесой куда-то в театр? Идти действительно либо к Коляде поступать, либо к Скороход, чтобы... А если я уже получил профессиональное образование или, не приведи Господи, закончил курс Скороход? Какая она? Вот. Все равно, что мне делать? Да? Вообще, один довольно толковый человек в прошлом веке сказал, что постижение, понимание – это всегда некоторое использование. Так вот, то, что я дальше буду говорить, я прошу как бы не запоминать, абсолютно не нужно это запоминать, все это можно прогуглить. В процессе нашего разговора подумать, как я могу вот то, что я сейчас услышала, узнала, или то, что мне напомнили на самом деле, как я могу это использовать, вообще-то говоря, для себя. То есть, на самом деле, я даю такую установку, чтобы каждый... драматург, да, я как бы все-таки готовила эту лекцию для драматургов, для тех, кто хотя бы одну пьесу написал в своей жизни, но это даже не важно. Если вы не написали, еще напишите, слава богу, для этого не нужны большие ресурсы материальные, а только духовные, душевные. Вот, поэтому, значит, вот я хочу, чтобы каждый примерял на себя
да, и сравнивал с собой то, что я буду сейчас говорить. Так, ну что, значит, вот драматург в историческом процессе. Следующий слайд, пожалуйста. Да, мы как-то можем говорить, да, вот такие смешные чуваки. Мы можем говорить о драматурге, ну вот, скажем так, мы можем зафиксировать, что точно мы читали пьесы там Эсхила, Софокла и Еврипида, вот, и что, в общем-то, наверное, драматургия где-то началась с профессиональной в Древней Греции. Но на самом деле я так не считаю. Потому что за 1000 лет до образования вот того института, который мы сейчас называем античным театром, существовал иной институт, институт мистерий. Это были полурелигиозные, полутакие, я бы сказала, не то чтобы развлекательные, но вот такие вот какие-то мероприятия, на который народ стремился попасть, скажем так. Это были мистерии. Мистерии, значит, их было, как утверждают историки, доподлинно очень мало известно об этих мистериях, поэтому, так сказать, не надо меня проверять, что сейчас делают студенты постоянно. Значит, вот, поверьте на слово, это были элевсинские мистерии. Элевсин – это такой пригород Афин. И дионисийские мистерии, которые происходили в Афинах. Элевсинские считаются древнее. Что это такое были за, значит, зрелища? Да? Это были такие бродилки, если говорить современным языком. То есть собирались зрители, которые должны быть, не знаю, как они собирались, как их, ну вот, наверное, приблизительно так, как на Любимовку. Это были какие-то посвященные, вот, их называли мистами, их тренировали какое-то время, и потом вот по одним сведениям 9 дней, по другим сведениям 3 дня, они участвовали в некой мистерии, посвященной мифу о Персефоне и Коре, то есть... Нет, о Деметрии и Коре, да, о Деметрии и Персефоне, или ее называли Кора иногда, о том, как, ну, этот миф я не буду вам напоминать, богиня земли, которая, значит, как бы, у которой украли дочь, Аид на ней женился, и она затосковала по этому поводу, потом узнала, где дочь, ну, и там дальше они пришли к консенсусу, что она там 3 месяца будет в Аиде, а остальное время будет как бы с мамой. Вот. Этот, значит, миф, он, конечно, имеет отношение к земледелию и ко всему, и как бы вот после того, как эти мисты уже немного побдели, уже их немного потренировали, они шли, отправлялись там в какую-то еще, шли они примерно сутки, и собирались в каком-то месте, где ночью каким-то образом этот миф то ли рассказывался, то ли воспроизводился, то ли пелся. Кроме того, они, видимо, чего-то ели. То есть какое-то печенье, в котором содержались, как многие исследователи, особенно западные сейчас говорят, какие-то грибы. Хорошие. Да, 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 да. То есть спрынья. Да, спрынья. То есть они, наевшись этой спрыньи, как-то приобщались вот к тому, что жизнь на самом деле не кончается с физической смертью, есть жизнь после смерти, и как бы у них тоже все будет хорошо в жизни. Вот, грубо говоря, как можно судить по описаниям каких-то историков, вот по реконструкциям, что представлял из себя этот мир. Значит, понятное дело, что вот в этом, в этих мистериях есть зачатки какого-то театрального, да, зрелища. Если мы вспомним, там, не знаю, трагедию «Эдип-царь» Софокла, то, в общем, как бы вот эта вот какая-то такая структура, она немножко похожа на эту самую мистерию. Причем как проводить эти мистерии? Знания об этом хранили несколько семейств, да, 2 семейства. Что они хранили? Ну, конечно, не миф, да, не фабулу этого мифа, который, значит, вот они каким-то образом до зрителей доносили. Они хранили структуру, да. Вот если говорить об авторе этих элевсинских мистерий, то автор должен был сохранять структуру, грубо говоря, что в какой день делаем. Да? Что зачем идет,
как это повторяется. Причем структура уже даже называлась, а на русский язык она переводится «сказанное, сделанное, явленное». То есть сначала рассказывает Персефона о своих горестях, что у нее украли дочь, потом она куда-то идет, и ей говорят, где дочь, и потом явленная, значит, когда эта дочь появляется, и все понимают, наевшись грибов, что на самом деле жизнь не кончается просто так. Да? Вот это сказанное, сделанное, явленное, это трехчастная структура, которую мы можем увидеть в любом голливудском фильме сегодня, она как бы вот имеет такое древнее происхождение. Как ни странно, дионисийские мистерии имели совершенно другую структуру. Это были веселые мистерии, которые фактически, если говорить о их драматургии, воспроизводили миф воскрешения Диониса. То есть, как известно, Диониса разорвали в Акханке, этим он закончил свою земную жизнь. Да? Значит, каким-то образом он соединился. В этих мистериях веселые женщины в сумках несли части Диониса. И где-то на алтаре они, эти части, соединялись. Смотрите, какая интересная структура, да, вот этого самого зрелища мифа о Дионисе. Как мы сейчас такую структуру называем? Студенты, аналитическая структура. То есть это структура, которая на самом деле пришла где-то в середине 19 века, и ею очень хорошо пользовался Ибсен. Что-то когда-то случилось, да, когда-то за пределами пьесы, и теперь мы по частям восстанавливаем эту истину, и в кульминации у нас все собирается, и эта картина этого прошлого меняет наше состояние. То есть вот смотрите, уже во времена мистерий были открыты две структуры пьесы, да. Опять-таки не фабулы, да, ну никому и в голову не приходило, что можно миф о Коре как-то переписать, да, и о Деметре. Это было кощунством, да. Фабулы все знали, вообще мифологию все знали, да. И как бы, а какова же была функция автора? Следующий слайд. Следующий слайд. Ага. Значит, вот автор мистерии, да, если его можно назвать так автором, не сочиняет фабулу, демиург, он как бы ею руководит, да. Кроме того, он хранитель, как я вам сказала, ритуала структуры, кроме того, там были ритуальные предметы, вот он тоже держал эти ритуальные предметы, этот демиург, у себя, да. Иногда он, выступали члены семьи как певцы-глашатые, и, кроме того, была такая функция тоже у тех, той группы, которая организовывала, наставлять публику, наставлять участников. Да? Значит, хорошо. Через 1000 лет возник институт античного театра. Все мы приблизительно представляем, как он выглядел, да, это амфитеатр. Может быть, не все знают, да, не все знают, что по количеству мест, да, фактически количество мест в амфитеатре приближалось к количеству свободных жителей в том или ином полисе, где был этот театр. То есть фактически каждый человек имел право прийти в этот театр, и для него было место. Это достаточно важная такая деталь. Кроме того, значит, и уже как бы драматург, который, в общем, имена которых у нас сейчас на устах, да, мы их знаем, мы же не читали их пьес, но мы слышали их имена, да, и пьесы мы всегда можем прогуглить и как бы хотя бы начало там их прочесть, середину или конец. Вот, в чем фишка, да, которую, может быть, не все представляют, в том, что пьесы не читались, да, они разыгрывались, причем они разыгрывались раз или по каким-то сведениям два раза в год, иногда, может быть, раз, иногда два, в фестивальной как бы форме. То есть драматурги за год писали какое-то количество пьес. Потом существовал, допустим, в Афинах, да, в полисе, некий отборщик, да, ничего не напоминает,
который читал этот поток, там не знаю, сколько в Афинах за год было, 600 там, или там 60 пьес, да, и выбирал те пьесы, которые будут представлены на Дионисиях, тоже это уже был не ритуал, а праздник, ну, тоже его можно назвать ритуал, который состоял из разных частей, плюс вот эти вот, Дионисии представления пьес. И потом в режиме нон-стоп, вот на протяжении нескольких дней, эти пьесы были представлены в этом амфитеатре. То есть это полная калька с Любимовки. Да, полная, вот на протяжении нескольких дней в режиме нон-стоп, пока не зайдет солнце. Освещения там не было, да, и осветителей тоже. Но это была конкурсная основа, и потом из зала выбирали так называемых выборщиков, и выборщики присуждали первое, второе или третье место, кому бы вы думали, не актерам, драматургам, да, драматургам. Вот. Поэтому, значит, вот если вы там прогуглите Эсхила или Софокла или Еврипида, и узнаете, что Софокл побеждал очень часто, Еврипид редко, дальше по этому поводу, значит, начинались разные терзания у драматурга. Следующий слайд. Значит, как известно, в Древней Греции существовало два жанра, их представляли – трагедии и комедии. Значит, автор, конечно, самой значимой была трагедия. Понятное дело, серьезный жанр всегда выигрывал перед несерьезным. Значит, автор трагедии тоже, как, наверное, все знают, фабулы не сочинял. Фабулы нужно было составлять из мифов Древней Греции. Да, или брать из произведений Гомера какие-то отрывки и составлять фабулы. Значит, не сочинял истории сам, да? Его пьеса, конечно, была социально значимым высказыванием, и ее должны были слышать все горожане. Знаете, это была, наверное, даже какая-то обязанность. Я думаю, что не пойти в Дионисии слушать там пьесу Софокла было даже неприлично. То есть, как бы это самое, соседи начинали шептаться, а он Софокла даже слушать не хотел. И это было каким-то даже уже общественным порицанием. Так, а почему у меня съехало? Опять. Ну ладно, неважно. Автор иногда выступал как протагонист в своем представлении. Кем он был, самое интересное, это был какой-то знатный, свободный горожанин, да, который, в общем, наверное, не нуждался в том, чтобы ему оплачивали его труд, потому что это была честь быть представленным на этих Дионисиях. Более того, Софокла, есть такой случай замечательный, Софокла, когда он представил Антигону, от которой мир сошел с ума совершенно, его избрали стратегом. Но это так, если бы вот Миша Дурненков написал «Утопию», и его послали в Сирию начальника вот этого там штаба или я не знаю кого, видимо, считалось там, что если ты Антигону можешь написать, то уже с какой стороны конница бежит, это-то самое. Китайцы так считали. Да, сообразишь как-нибудь, да? То есть, вообще говоря, это была одна из самых престижных профессий, да, вот драматург, особенно когда он победитель, особенно если он трагик, да, то есть он толкует вам Священное Писание, то есть мифы Древней Греции, причем это уже, этот институт был отделен от религии, да, он как бы считался одним из отцов города, отцов полиса, то есть этого человека узнавали на улицах, он был вообще, это серьезно было, серьезно, да, серьезно. Вот. Значит, немножко по-другому. Если говорить о структуре, да, что же он делал тогда, автор своих пьесок, да, если он историю-то не сочинял, да, он сочинял структуру. И структура опять была сказанная, сделанная, явленная. Если мы вспомним «Эдипа царя», да, то там абсолютно Софокл не отступает от мифа, но сначала Эдипа призывают
очистить город от скверны, потому что все мрут и не рожают. Потом он решается, понимает, почему, и решается провести расследование, кто же убил прежнего царя и где этот убийца. И в конце концов это явленное, он понимает, что этот убийца он сам, и изгоняет сам себя. Да? То есть ему явилась эта правда. Перипетия, узнавание, страдания. Так называет Аристотель теперь эту трехчастную фабулу. Да? Перипетия, узнавание, страдания. Совсем по-другому вели себя комедиографы. Причем очень интересно, Аристотель пишет, что, знаете, на комедиографов долгое время никто не обращал внимания, поэтому от них очень мало известно. То есть сразу уже чувствуется, да, трагиков посылали управлять войсками, комедиографов имен их никто не знал. Но тем не менее, мы же знаем Аристофана, да, и некоторые даже читали его пьесы. Вот если посмотреть на вот этого самого известного комедиографа Аристофана, мы поймем, что он сочинял фабулы своих комедий. Более того, он сочинял их абсолютно на злобу дня. Более того, у него присутствуют люди, да, которые жили, там, Сократ, там, значит, которые жили в то время, его современники. То есть это был... почти что долг, да, почти что долг. И функция была у комедии ругательная. То есть нужно было критиковать всех, кто особенно как бы известен при власти, там они критиковали и трагиков, там, и так далее. То есть вот это была задача, была обругать как можно больше. Да? И, значит, там строение было то же самое, перипетия, там, узнавание и раскаяние, скажем так, вот этого самого плохого человека, которого ругали. Но, тем не менее, вот где зародилась традиция брать сюжеты из жизни. Вот где зародилась традиция дока, по большому счету, в древнегреческой комедии. Да? Автор здесь иногда выходил просто, чтобы немножко объяснить, или извиниться, или попросить, значит, чего-то у публики. Но он как бы вот он представлял самого себя иногда на сцене. Значит, вот то, что не видно, говорится о том, что все имело фестивальную вот эту вот фестивальную представление имело фестивальную структуру и финансировалось полисом, да? Вот эти постановки финансировались полисом. Более того, граждане покупали билеты, но если кто-то не мог купить билет, то тебе его спонсировали на самом деле. Были субсидии для того, чтобы человек пошел, да, и послушал пьесу Софокла. То есть, вот понимаете, это заложено, да, заложено в античном театре вот этот престиж и как бы вот эта роль драматурга. Государственная поддержка. Это была даже не... больше поддержка была представлению, а в государстве это был почет. Да? Я думаю, они не нуждались в поддержке. То есть они просто писали пьесы, потому что это было очень престижно. Очень престижно. И не нуждались, и не зарабатывали этим деньги. Другое дело, что уже в позднеантичные времена зародилась такая, ну ее называют там историки, новоантическая комедия, которую писали уже люди вот из каких-то уже там бродячих трупп. И, собственно говоря, они начинали сюжеты этой... Да, я забыла сказать, что сюжеты комедии Аристофана, они нам кажутся не смешными. Это сатирическая комедия, типа «Ревизор». Там не было любовной линии практически никогда. Это комедия общественно значимая тоже, да? Так вот, новоотическая комедия, она изобретает такую вещь, как любовная интрига, завлекательная фабула, фабула из частной жизни, простой герой какой-то необщественно значимый. Вот там драматург начинает вдруг сочинять сюжеты из жизни. Почему? Потому что он обязан, он либо принадлежит труппе, либо продает эти сюжеты труппам. Он обязан содержать себя, да? Он зарабатывает деньги, он живет на те деньги, которые он изобретает этим сюжетом. И тут же, конечно, любовная интрига появляется, понимаете, связь, да? Как только поддерживает полис, да, это не совсем государство, это полис, это все граждане, они свои вот эти вот оболы трудовые несут, значит, там
никакой любви и никакой интриги. Как только мы начинаем зарабатывать деньги своим пером, сразу появляется вот, вот вся вот эта сериальщина. Да? Следующий слайд. Значит, средневековый театр. Средневековый театр здесь, конечно, собственно говоря, лыком мочалом, начиная все сначала. Когда рухнула вот эта вот античная культура, началось средневековье, то все образование, вообще все, что только можно, сосредоточилось под сводами христианской церкви. И опять-таки, да, и опять-таки, значит, драматургия произрастала от ритуала. Следующий слайд. Здесь ничего особенного нового нету. Значит, вот возникает церковный театр, потому что службы вообще-то велись на латыни, и народ, конечно, не догонял, значит, чего там говорит священник, а поскольку он не догонял, он и не ходил. Поэтому, значит, нужно было как-то это все, ну, делать пободрее, да, поинтереснее. И начинают монахи немножко инсценировать, там, особенно на Пасху или на Рождество, немножко инсценировать сцены Святого Писания. Да? Потом дальше больше. Они начинают сочинять различные там, вот, пьесы по мотивам Святого Писания или по деянию апостолов, или там, вообще по деянию каких-то значит, святых. И даже иногда на там, родном народу языке это все играется. Потом полулитургии, когда в это зрелище включаются черти, уже как бы под сводами церкви как-то плохо, да, чертей там, и чертей монахи не могут изображать, уже нанимают горожан там, и так далее. И вообще в рамках средневекового города вот для таких вот больших празднеств, которые вокруг церкви, возникают уже какие-то вот такие группы, да, цеха актеров или непрофессиональных актеров, какой-то цех там кожевников, допустим, вот хочет принять участие в каком-то рождественском представлении. Это, кстати, неплохо описал Шекспир в своей пьесе «Сон в летнюю ночь». Значит, ну и опять-таки эти проекты финансирует церковь, поэтому, в общем, это, ну, такое полусамодеятельное дело, да, вот автор как бы он в рамках церкви, но он особо не профессионал, и уже, естественно, он не пишет пьесы и не сочиняет сюжеты. Это фактически то, что мы называем любительским церковным театром. Светский театр. Здесь другое дело. Здесь автор, как правило, сам и исполнитель, потому что либо это какой-то бродячий жонглёр, который еще, когда он подбрасывает, значит, свои вот эти шарики, рассказывает при этом какие-нибудь увлекательные истории или какие-нибудь истории из жизни каких-то иноземцев, значит, либо это автор, певец-сказитель чужих текстов. Значит, и, естественно, эти люди зарабатывают деньги своим трудом. То есть, фактически, профессиональное авторство равно профессиональному исполнительству. То есть, актер и автор соединены в одном лице. Интересные здесь возникают какие-то модификации, например, шуты, да, или вот в замках, при дворах королей, да, возникают вот такие вот, значит, и у нас при Елизавете был целый штат дураков и дур, которые приходят в какой-то момент и начинают развлекать царя остроумным разговором. Либо они показывают какие-то сценки, либо просто они начинают беседовать. Да? Об этом тоже 12-я ночь, допустим, вот эту роль шута средневекового прекрасно описывает Шекспир. Значит, театр импровизации. Это начинается совершенно правильно. Театр импровизации. То есть человек должен уметь остроумно, злободневно, если забеременела какая-то служанка, то идет как бы разговор, всякий ответ сводится. Ну, такая полужурналистика, я бы сказала, но полудраматургия уже. Значит, и светский театр, конечно, ну, существуют и поэты, которые, значит, вот поют свои стихи там при рыцарях, при аристократии и так далее. Ну, то есть, короче говоря, либо ты
значит, любитель, который, которого призывает церковь, да, что-то такое сочинить или написать, либо ты из последних сил выбиваешься, чтобы заработать деньги с развлечением либо простых людей, либо непростых, да. Значит, и это прекрасно, на самом деле, я думаю, что нет тут такого человека, который бы не видел фильм Бергмана «Седьмая печать». Вот там прекрасно показан вот этот театр, да, средневековый, и как они существуют, и кто они по сути, да. Конечно, тут рано говорить о каком-либо образовании, потому что все образование было под сводами церкви. Следующий слайд. Да, значит, это театр эпохи Возрождения. Ну, понятно, да, Возрождение, потому что все возрождается, мы открываем для себя античность, выплывает книжка Аристотеля о том, как хорошо писать, о том, как правильно писать пьесы, значит, ее переводят на разные языки, ее начинают читать там и так далее. То есть начинается вообще вот эта вот снова эпоха литературной драматургии, да, в античности и трагики, и комики писали свои пьесы, в средневековье никто их не писал, ну, то есть появлялись потом уже в позднем средневековье те, кто писал, но в принципе не писали. Что происходит здесь? Да? Драматургия расцветает. Мы прекрасно знаем, что было несколько очагов. Это Италия, Испания, это Елизаветинский театр. Следующий слайд. И вот что происходит с драматургом? Значит, вот здесь автор. Да? Либо он, да? Либо он. Хорошо образованный человек, он пишет пьесы, и не только пьесы, придумывает фабулу, в которых печатается, читает Аристотеля, занимается теорией драмы, занимает государственные должности. Значит, мы говорим скорее больше про Италию и Испанию. Ну вот, например, Лопе де Вега, да, я сегодня посчитала, считается, что он написал 2000 пьес, да, значит, до нас дошли 400 с чем-то, да. Ничтожные остатки. Подождите, Миша. Если даже, работал он долго достаточно жил, ну, допустим, в 70 с чем-то умер, допустим, работал он 50 лет активно, да. Он же писал не только, он написал там по теории драмы книжку, он писал там еще там разные произведения, там стихи и так далее, не только пьесы, да. Но если 2000 пьес, я посчитала за 50 лет, по 40 пьес в год. Вот это был профессиональный драматург, да? Но это невозможно. Ну, я не знаю, у меня была практика, но я думаю, 40. Аня, осилишь? Нет. Нет. Ну, даже маленьких, в общем. Значит, даже если до нас дошли 400 с чем-то, даже если он написал 500, да, за 50 лет, это по 10 пьес в год. Вот это считается один из самых профессиональных драматургов, вообще говоря, за всю историю драматургии. Он очень, как бы, он был очень плодовит. Более того, мы знаем его пьесу, да? Аня, какую ты читал? Про собак ты читал. Даже Аня знает пьесу Лопе де Вега «Собака на сене». Даже если она не читала, она слышала, да, слышала. Вообще я буду сейчас говорить о драматургах, имена которых мы хотя бы слышали, да, вот когда я буду приводить примеры, да, имена которых хотя бы слышали, что они написали про собаку. Это драматург-профессионал. Но был, допустим, такой драматург, как Макиавелли, да, в Италии, который, в общем-то, которого в драматургии была какой-то побочной деятельностью. Я уже не знаю, Аня знает ли, но Марина-то наверняка знает, какую пьесу он написал. И она осталась в репертуаре. Макиавелли? Да. Нет. Мандрагора. Вот кто-то мне подсказывает, да. Значит, «Садись пять». Это же был государственный день. Он написал там трактат о государстве, ну и так далее. То есть у него была огромная государственная деятельность. Он вообще был, как все люди в эту эпоху, с каким-то привкусом авантюризма и так далее. Но он написал, которая вошла в репертуар, да, в репертуар мирового театра. У нас она мало ставится, но вообще-то она ставится в мире, да. Но он совсем не занимался драматургией профессионально. Это была его побочная деятельность, и эти деньги, которые он там получал, ему были совершенно, может быть, ему были, мне кажется, совершенно, это были не основные деньги, да? Он занимал государственные должности и так далее. Значит, вот это вот одна, да, автор занимается литературой, или литература для него, как вообще для титанов Возрождения, что-то такое побочное, занимается и литературой в том числе, да.
Следующая была очень интересная форма существования профессионального автора. Это комедия дель арте. Да? Вот из этих шутов, да, из этих комиков вдруг образовываются профессиональные труппы, странствующие, которые выступают то здесь, то там, на разных площадках, где структура профессионализма такая. Есть несколько сюжетов. Вот как мифов, сюжетов. Ну, допустим, девушка переодевается в мужское платье и едет искать своего жениха, который там попал в какую-то беду. Да? Или юноша хочет жениться на девушке, но к ней пристает какой-то мерзкий, богатый, сластолюбивый старик. Да? Значит, вот было несколько таких, в общем, сюжетов, вот, и каждый актер в этой труппе носил определенную маску, да, либо он был этим стариком, либо он был, значит, вот этой девушкой уже женщины начинали играть, либо он был слугой, значит, там было много-много разных слуг, вот, и он всю жизнь носил эту маску, да, и, значит, на сцене он был обязан импровизировать диалоги. Вот такой тип профессионализма, у вас тут был мастер-класс, насколько я понимаю, по импровизации авторской. Вот когда автор и актер существовали в одном лице. Я не знаю, есть ли сейчас среди нас люди, да, которые могут импровизировать диалоги. На самом деле это... я несколько раз проверяла и пыталась сделать такие упражнения. Мне кажется, что этот навык утрачен давным-давно. Потому что там были две вещи. Четкий совершенно характер. А сейчас мы вообще не можем себе представить, что такое вот четкий характер. Допустим, вот этот сластолюбивый старик панталоны, который в любой ситуации захочет поухаживать за хорошенькой девушкой, но в любой ситуации не захочет истратить на это ни одного там су, пенса или там как-то вот... это сразу уже создает внутреннюю коллизию и дает импульс для внутренней импровизации. А вот я даже не представляю, какие сегодня могут быть вот такие условия, чтобы актеры, ну то есть условия как бы характера или маски, чтобы актеры начали импровизировать сразу, сходу, да, сходу. Там просто встречались две маски, и конфликт завязывался сразу, и они сразу начинали импровизировать. Значит, ну, вот этот феномен, конечно, сейчас много кураторов, которые обучают этому якобы там, и мы даже сталкивались с одним из этих кураторов, но, по-моему, это уже историческая форма, она не возродится никогда, комедия дель арте, актеров. Значит, и был еще тип театра, который, конечно, для нас очень значим. Был Елизаветинский театр, существование драматурга, в котором было очень проблематично. Он мог, конечно, быть богатым, там, допустим, и писать свои пьесы, потом продавать труппе. Но, как правило, да, если говорить, допустим, о Шекспире, вот о его биографии, которая до нас дошла, это был человек бедный. Часто один из актеров, получал он деньги от представлений по остаточному принципу, то есть когда уже все актеры получат, все, что оставалось, значит, отдавали драматургу, да, что не жалко, что называется. Писать он должен был почти каждый день, поэтому он воровал сюжеты, где придется. То есть он шел на первый акт какого-то представления в соседнем театре, там, допустим, а в Лондоне все театры были на том берегу Темзы, где были публичные дома и прочие разные развлечения, да, то есть близко все стояло. Он слушал пьесу, он шел домой, он писал что-то такое на этот же сюжет. Или он послушал пьесу в одном театре, потом пошел, послушал пьесу, другую пьесу в другом театре, пришел домой и все это соединил. И на утро он отнес, значит, в свой родной театр, где он надеется получить за эту смесь бешеную какие-то деньги. Я, конечно, утрирую, я просто говорю, что вот эта схема возникла в елизаветинские годы, да, это было нечто новое. Драматург, который не признает никакого авторского права, который хотел бы сочинять фабулу, но времени нету, потому что есть-то хочется, да, есть-то хочется. И, значит, и который воровал откуда только может, никакого авторского права не существовало. Значит, вот есть такое мнение, что таким образом жил один из самых, ну, самый, что один из самых, самый великий драматург всех времен и народов, Вильям Шекспир, следующий слайд. Значит, понятно, что все, кто хочет
быть драматургом, или те, кто уже драматург и считает себя профессиональным драматургом, должен знать годы жизни этого замечательного человека, 16-17, начало 17 века. Значит, Шекспир велик, да? Пьесы его, в общем, занимают первую строку неизменно, начиная с, там, с конца 19 века в мировом репертуаре. Но вот если вы прочтете, да, не он придумал сюжет Гамлета, и даже призрака не он придумал. Для меня это в юности была, конечно, был, конечно, шок, да, шок. Потому что сюжет там он бродил, уже много было пьес написано, и даже у достаточно известного драматурга, современника Шекспира Кида, уже ходил призрак, да, уже ходил. И вообще, как писал там кто-то из критиков, у нас сегодня по сценам ходят призраки и воют непрерывно. Да? Вот такой же призрак был в пьесе Шекспира Гамлет. Отелло инсценировка, Ромео и Джульетта инсценировка. И как бы вот здесь, понимаете, пьеса Шекспира, когда ее начинает читать не очень подготовленный человек, да, Дархан, представляет из себя ну, какую-то невиданную смесь. Салат какой-то, то есть там намешаны, вот, ну, возьмем там, не знаю, 12 «Сон в летнюю ночь», да, там намешаны и античная история, и история каких-то влюбленных, которые в лес какой-то почему-то убегают, и история какой-то цеховых актеров непрофессиональных, которые хотят подготовить какой-то праздник, и история еще эльфов каких-то. То есть кажется, что это вот так натаскано изо всех каких-то других пьес и слеплено все вместе, да. И в то же время, там огромное количество какой-то философии, осмысления там, и так далее. Поэтому и возникает шекспировский вопрос. Он возник вот из этого какого-то противоречивого существования драматурга. Он был профессионалом или он не был профессионалом? Да? Вообще Шекспир, который не получил образования, на самом деле, и был по историческим сведениям, которые о нем есть, просто сыном торговца шерстью, актером, да, что? Перчаточник. Ну, в общем, короче говоря, из купцов, да, не очень богатых, жил в Стрэтфорде, пришел с труппой, да, не оставил ни одного черновика, кроме безграмотного завещания, да, ни одного черновика своей пьесы. Внезапно в пьесе «Буря» в 13 году объявил, что он ломает волшебный, ну, словами главного героя, протагониста, что он ломает волшебный скипетр, и больше волшебства не ждите от меня, больше волшебства не будет, займусь простой жизнью. После этой пьесы он уезжает обратно в Стратфорд, занимается там простыми делами какими-то, через 3 года умирает. Странно, да, странно. И это уже было странно там через там, 10 лет после смерти Шекспира, и начался шекспировский вопрос. Умер Шекспир, начался шекспировский вопрос. То есть существует, это одна из самых больших таких мистификаций, если это мистификация. Да? У меня есть 2 версии. Либо это был вот проект университетских интеллектуалов, которые так впервые, наверное, в это собрание пьес, 43 там, по-моему, пьесы, вложили всю свою рефлексию по поводу средневекового театра и театра эпохи Возрождения. Слишком много стран там. Шекспир вообще не выезжал, не знал ни одного иностранного языка, кроме английского, да? Слишком много стран. Поэтому вот есть какой-то резон для этой версии, да? Либо это был действительно гениальный плагиатор, человек, который ничего своего выдумать не мог, но он нес структуру, да, структуру. Он воровал все, что можно, где можно, и складывал удивительно сценические вещи. Ведь на самом деле читать Шекспира сложнее, чем смотреть его на сцене. Потому что, вообще-то говоря, авторы, вот эти бедные авторы, да, елизаветинские, они же писали для сцены, используя условность сцены. Я всего вам не буду говорить, тоже у того же Шекспира, но, допустим, когда вываливается из-за занавески Полоний, которого, значит, думая, что это Клавдий, проткнул Гамлет, то там есть ремарка: «Уносит труп Полония». Гамлет, когда уходит. Да? Зачем? А кто его унесет? А кто его...
Не то, что чтобы не валялся, а он в следующей сцене будет играть Розенкранца или Гинденстерна или кого-то еще. Там же ни один актер в двух подряд, ни один персонаж в двух подряд, кроме Гамлета, эпизодах не являлся, потому что он должен играть другую роль. Да? Труппа маленькая, ролей много, публика требует развлечений. Да? Почему не встречаются в «Короле Лили» Карделия и Шут? Да потому что один и тот же актер играл. Да? Есть такие объяснения. Да? То есть писать на потребу театра, писать сценично и воровать откуда можно. Может быть и такая версия, я в нее тоже верю. Гениальный человек от театра, гениальный человек от сцены, который много чего наворовал, но слепил сценическую форму, которую мы до сих пор, в общем, используем. Да? Он был актером, он знал сцену, да? Он знал сцену лучше Кристофера Марла, который был образован в университете в Кембридже, да? И знал литературу. Да? Вот тут вот у нас возникает такая раздвоенность именно из эпохи Возрождения. Драматург – это человек от литературы или человек от театра. Да? И это как бы дальше это противоречие, ну не то что противоречие, а вот эта двойственность, да, профессионализма драматурга, она в ту или иную эпоху либо обостряется, либо сглаживается. Это противоречие. Следующий слайд. Да. Следующий слайд у нас театр эпохи Просвещения, где, собственно, опять все кланяются перед античностью, опять возникает, значит, такое направление, как классицизм, и, значит, роль театра усиливается, Франция, естественно, она как бы... Собственно, все происходит во Франции, потому что в Англии театр запрещают, все переносится во Францию. Следующий слайд. Что происходит? Да? Что новенького нас, драматургов, ожидает в эпоху Просвещения? Значит, возникает литература, она развивается. Понятно, что короли, там Людовик XIII, Людовик XIV, они любят женщин и искусство. Значит, поэтому строятся театры, процветают художники, и все хорошо, да, для деятелей литературы и искусства. Значит, впервые в истории вдруг государство начинает финансировать художников. Оно не просто дает им заказ, это было бы как бы, ну, понятно, да, заказ на пьесу, а оно просто учреждает пенсии для лучших драматургов. Миша бы получал пенсию, значит, живя он, да, во времена Людовика XIV. Да. Значит, и они начинают работать просто, их нанимают работать драматургами, просто так сиди и пиши, да, сиди и пиши, вот тебе господдержка, вот когда возникает господдержка. Но одновременно возникает и цензура. Да, это время называется временем нормативной эстетики. Творить можно только так, а не иначе. Причем хорошо была бы это просто идеологическая цензура. Грубо говоря, не ругайся матом, да, как сейчас говорят, не ругай Путина, не ругай Сечина, ну там есть какие-то, да, а все остальное делай как хочешь. Нет, возникает эстетическая цензура. Да, эстетическое. То есть опять авторы трагедии не могут сочинять собственные сюжеты, да, как там, не знаю, Марион полюбила Жанна, а он ее бросил, да, это абсолютно в трагедии отменяется. Они должны использовать только античные сюжеты или античные исторические сюжеты. Более того, они должны писать александрийским стихом. Хочешь, не хочешь, опиши в стихах. И более того, они должны писать только про любовь. Только про любовь. Значит, любовь и долг, да, у тебя есть государственная служба, у тебя есть долг перед королем, у тебя есть возлюбленная, и ты не можешь этого совместить. Вот, собственно, на античных сюжетах попробуй вот в рамках вот этой вот догматики попробуй что-то гениальное написать, да, Аня, затруднилась бы. Нормально? Хорошо. С одной стороны, надо идти на занятия, с другой стороны, значит, у тебя, да, возлюбленный. Ну, вот, собственно, да. Значит, и
цензура, у тебя принимают пьесы, да, Корнель, как известно, первая его пьеса «Сид», которая стала самой известной пьесой, она была не принята Французской академией, бедному драматургу пришлось уехать и долго работать над ошибками, когда он привез пьесу «Гораций», вот там уже как-то его более или менее приняли. То есть это фактически акт сдачи приемки, да, если у тебя пенсия, то изволь, пожалуйста, сдавать свои произведения. С другой стороны, да, с другой стороны, постоянные труппы, которые во многом сейчас зависят от драматурга. Комедия Францесс образуется, вот театр, который играет, труппа, которая играет в Пале-Рояле, становится Национальным театром Франции. Как она называется, эта труппа? Второе название у Комедии Францесс какое? Дом Мольера. Дом Мольера. Как у нас Малый театр имеет название, тоже наследие классицизма, Дом Островского. Да, второе. То есть фактически этот театр имени Мольера. Да? И вот если вы обратите внимание, у нас редко называют театры именем режиссера. У нас даже это наследие классицизма, у нас их называют именем драматурга. Это очень странно. Да? То есть драматург спокойненько получает пенсию, сидит дома, пишет пьесы, приносит их в театр. Там перед ним выстилают дорожку. Да? Он распределяет роли часто. Вот Дюма очень любил распределять роли. Значит, он пишет для каких-то актрис. Да? Он может привести в театр какую-то цветочницу, с которой у него роман, и сказать, вот она будет играть, я сейчас напишу для нее пьесу, пожалуйста, сделайте так, чтобы она играла гениально. Значит, можно и так. Да? То есть драматург, в общем, если он удовлетворяет требованиям цензуры, он может на самом деле и покапризничать. Да, и как бы он определяет в театре очень многое. И в театре очень ждут от него новых пьес, потому что классику ставить еще не принято. У всех драматургов есть работа, и их даже не хватает. Потому что все нужно, даже если ты античный сюжет, то все нужно обрабатывать. Да, обрабатывать. Кстати, обрабатывать до неузнаваемости, поскольку ни одна античная пьеса, она, у античной трагедии нету темы любви. Любви как проблемы, да, любовь есть, но любовь как проблема не исследует, античная драма не исследует ее, а здесь исследуется только любовь. Если уж Федра, то как бы Федра. Да? Следующий слайд. Да. И вот смотрите, в рамках этой нормативной эстетики рождаются три гениальных драматурга. Два трагика, Пьер Корнель и Жан Расин, они не очень популярны у нас, но в мире они популярны. И Мольер, которого вы все прекрасно знаете, который у нас, как в стране, где глуповатый зритель, очень популярен. Пьер Корнель был любителем, да, он как бы почувствовал зов музы, когда уже приобрел профессию «Прекрасный достаток», он был из среднего сословия. Расин был юный мальчик, его воспитали иезуиты, он приехал и получил, там у иезуитов прекрасное образование, приехал как раз, когда была коронация Людовика XIV, написал поэму на его коронацию, тот прочел, и, в общем, карьера состоялась. Значит, Мольер был из простых, да, он был актером, у него была труппа, он писал иногда для своей труппы, они приехали, показались Людовику, тоже судьба была решена. Но, понятно, я говорю очень схематично, да, я просто говорю, кто были вот эти профессиональные гении, да. Все они писали достаточно много, не так, как Лопе де Вега, но все-таки, да, Мольер писал для своей труппы, и как бы им нужно было достаточно много премьер. Расин получал пенсию практически почти до конца жизни, то есть он должен был отрабатывать ее как-то. Вот. Корнель тоже писал много, и тоже у него была господдержка. То есть вот два варианта опять. Человек от литературы, человек от театра. Да? Человек от театра. Следующий слайд. Сейчас мы еще поговорим про одного человека, который очень важную в нашей судьбе, в судьбе драматургов, сыграл роль. Это Гёте. Да? Это Гёте. Гёте, по идее, он жил уже в эпоху просвещения, с другой стороны, то, что он сделал в Веймаре, называется веймарским классицизмом.
да, классицизмом. То есть мы можем сказать, что он жил в эту эпоху, хотя это уже с заходом 19 века, но знаете, эти стили все в разных странах по-разному как бы вот их завоевывали. Там. Значит, понятно, что мы знаем, мы в театре знаем Гёте как автора Фауста, да? Но Фауст, который он писал в течение 60 лет, не был средством зарабатывания денег. Гёте, значит, был писателем, да, и он прославился своим первым юношеским романом. Его пригласили, значит, сразу Карл Август пригласил его быть министром при своем дворе, а дальше получилось, как потом в пьесе Шварца «Тень». Он поуправлял государством, ну, правда, это было небольшое государство, Германия была раздроблена немного, а потом понял, что государством ему как-то неинтересно управлять, и лучше он организует театр. Ему сказали, да, пожалуйста, как хотите, сколько хотите, бюджет любой, значит, ну, в рамках возможного. Вот. И он, значит, потом всю свою жизнь был директором этого Веймарского театра, где он создал, на самом деле, образец вот этого вот опыта немецкого театра, который и существует сейчас. Он как бы изобрел профессию шеф-драматурга, да, шеф-драматурга, человека, который занимается репертуаром, который тоже что-то пописывает и который осуществляет цензуру тех пьес, которые как бы ставятся на этой площадке. Никакие пьесы вокруг ему не нравились, поэтому он решил, что он будет ставить классику, то есть те пьесы, да, которые написали до, да, поколение до. Он первый сказал, что, ребята, давайте не будем обрабатывать античные сюжеты, вернем на сцену Эсхила, Софокла и Еврипида. Вот просто сделаем хорошие переводы, да, хорошие переводы. Так оно и было. Ну и потом давайте не будем обрабатывать Шекспира, переведем его хорошо на немецкий, французский язык и так далее. Так оно и было. И вот тут мы с вами, да, лишились, можно сказать, вот этого непрерывного заработка. На самом деле, вот, мне кажется, что это был поворотный вообще момент в истории профессии драматургии. Потому что так ли, и начали, переделкали, воровство ли сюжета, но драматург был необходим театру. Театру постоянно нужна была, ну, не модно было ставить старых авторов. Вот этот автор, он уже устарел, да, вот для театра, там, не знаю, какой-то Ливанов уже устарел, нужен был бы новый какой-то автор. Как в Москве современная драматургия, ну, один раз поставили. Да, и все, да, и так далее. Вот, и тут, конечно, и драматурги конкурировали между собой. Мольер вне конкуренции, да? А если Мольер будет конкурировать с Шекспиром? Понимаете? Вот люди молодые, которые выходят сегодня на сцену, они с кем конкурируют? Да, Марина, не плачь. Ты конкурируешь, да? С Эсхилом, Софоклом, которого стратегом назначали в пользу Антигоны, да? С Мольером, с Расином, там, с Чеховым, в конце концов, да? Мы сейчас выходим в неравной борьбе. Если Богомолов там конкурирует с Женовачом, понимаете, то, Миша, вы с Шекспиром. Все, все, да. Мы проиграли уже даже, не сказав «а». По идее, театр, вот не тогда, когда появилась драматургия, а когда голову Гёте пришла вот эта мысль. Да? Пришла вот эта мысль. И вот тогда мы с вами проиграли уже заранее. Вот, собственно говоря, я вам осветила вот эту проблему, да, проблему, которая в русле вот этого развития театра, она обнаружилась, да, драматург, он кто, да? Он несет структуру, которая заставляет зрителя сидеть до конца представления, а актерам удобно в этой структуре играть, или он пишет хорошие литературные тексты, то есть создает интересную историю, интересных персонажей, конфликт какой-то делает, обстоятельства там, и так далее. Вот это на самом деле вещь, которую как бы каждый должен для себя решить. Да? Вот очень возникают какие-то имена, вот, допустим, человек из Подольска. Я долго не читала эту пьесу. Где?
здравствуйте. Долго не читала эту пьесу, и когда я ее прочла, я подумала, это прекрасная пьеса, ее написал человек от литературы. А потом я прочла все, я была права. То есть, вот, я не знаю, чем, она прекрасна, как сцена, там здесь сказанное, сделанное, явленное. Все прекрасно, но я чувствую, что ее написал человек от литературы. В этом нет ничего оценочного, да, просто театр развивался как бы вот именно так, да, вот, в смысле драматургия развивалась так. Наш профессионализм может быть двойственным, да, двойственным. Следующий слайд. Да, никто не знает, что это? Драматург будущего. Нет. Это на самом деле афиша к фильму «8,5». Значит, я сейчас просто, конечно, для того, чтобы... У нас есть еще время, мы можем поговорить о 20 веке. На самом деле в 19 веке драматург, как правило, да, переносился в комнату. Он писал пьесы и потом приносил и продавал их в театр. Это было как бы нормальное состояние для драматурга 19 века. Просто потом оказалось, что драматург пишет, а театр уже не может поставить его пьесу. Вот это то, что называется у нас возникновением, ну, почему-то на нашем языке это переводится «новая драма». Это вот всегда был конфликт. «Новая драма», я имею в виду 19 века, да, последний треть 19 века. Вообще-то это везде называется «модернистская драма». И почему мы как бы называем новую драму «новой драмой», я не понимаю, но это как бы, это Ибсен, Стринберг, Чехов там, ну и так далее. Вот. Бернард Шоу считал, что как бы вот сама профессия режиссуры, которая тоже нам отравила кровь, вообще-то говоря, драматургам, она на самом деле возникла от того, что драматурги стали писать слишком сложные пьесы. Актеры не могли их как-то вот сами своими грубыми руками и своими грубыми головами осмыслить. Вот Бернард Шоу прямо так и писал, что ну, актеры ведь люди недалекие, глупые, поэтому когда им приносят пьесу Ибсена «Геда Габлер», да, ну что они могут там понять, да? Ну что они могут там разобраться. Бернард Шоу сам как бы ходил и режиссировал свои пьесы. Собственно говоря, ему не так грубо, не так схематично, но это было, наверное, правильно. Слишком, ну, Чехов, да, ну, все мы знаем провал в Александринском театре, хотя сейчас это оспаривается, но, скажем так, бешеного успеха не было. Хотя играли прекрасные актеры Чайку, да, Комиссаржевская, там, ну, и звезд только Комиссаржевская, и, так сказать, но все остальные... А? Да, да, и все остальные, в общем, тоже неплохие были ребята, да. Но, тем не менее, успеха не было этой пьесы, да, не было. И вдруг, ну, это же надо понимать вес, да, Александринский театр, государственные субсидии, все дела там, вот. И какие-то любители, да, плюс курс Немировича Данченко, да, выпускной, которые соединились, где-то там играют, арендуют там и так далее. Ну, и вообще, ну, кто это? Ну, поставили один спектакль интересный, да, что-то там, значит, стало Москва бурлить. Но тем не менее, да, Чехов отдает туда пьесу, и как бы вот она взлетает на этот самый, на занавес, да, МХАТ у нас все равно имени Чехова. Вот задумайтесь, да, не имени Станиславского, не имени Немировича Данченко, да, имени Чехова. Хотя Вахтанговский театр уже имени Вахтангова, но тем не менее, да, МХАТ имени Чехова. Значит, почему, да, почему? Потому что как бы Чехов... Они поставили до этого историческую пьесу, да, «Царь Федор Иоаннович Толстого», но Чехов дает им нечто новое, какую-то новую театральную поэтику. Они сажают актеров спиной, они медленно ходят, медленно говорят, звучат сверчки, а зритель сидит как купанный и на это на все смотрит. Никто не бегает, не прыгает. А еще раз, я огрубляю, да, я как бы великий популяризатор. Я огрубляю это все было, конечно, не так. Значит, но не так просто, да, не так схематично. Но, тем не менее, значит,
появляется режиссура, которой бы, значит, Антон Павлович в ножки бы поклониться Станиславскому и Немировичу Данченко. Но что он делает, когда он приезжает на «Чайку», да, это не первое или первое представление, я не знаю, я не историк театра, поэтому, то есть он смотрит, он на минуточку снимает с роли Нину Заречную, то есть Роксанову, и вообще перечеркивает судьбу этой актрисы. У него очень много претензий к тому, как Станиславский играет Гаева. И вообще он говорит, что вы ноете как-то. И, в общем, ему не нравится. Ему не нравится. Но то, что драматург может снять с роли актрису, исполняющую почти что главную роль, это как бы вот еще от эпохи классицизма тянется вот такой, да, дом Чехова. Ну, конечно, режиссура очень быстро разбирается с этими драматургами-профессионалами, которые, собственно, вот эти вот драматурги новой драмы, они, собственно, и породили. Метерлинк французскую режиссуру породил и так далее. Они породили режиссуру. Это как бы наша с вами, да, наш с вами ребенок, который из головы, там, как у Зевса родился, да, он начинает вести себя очень плохо по отношению с драматургами, и всем вам известно, что Мейерхольд говорит, что драматург ему не нужен, Троиров говорит, что драматург это просто член этой постановочной группы и как бы просто автор текстовой составляющей спектакля. То есть, в общем, ставим телефонную книгу. И так на самом деле и было. Так было, ну, наверное, 10 лет вот так вот у нас, во всяком случае. В общем, ставились телефонные книги. Театр просуществовал фактически без необходимости драматургии. Действительно, были такие драматурги, которые работали в постановочной группе, как Сергей Третьяков, да? Но, тем не менее, так было, и вдруг это кончилось. Вот для меня, я все время задаю, у нас наша ленинградская театровеческая школа, она режиссёроцентристская. Она считает, действительно, там все считают, что драматург не нужен вообще, он как бы вышел из театрального процесса, и театр сейчас, когда он собственный режиссерский текст несет на сцену, он не нуждается в драматургии вообще. Да? Вот такие радикальные люди с модернистской как бы, философией, тогда я спрашиваю у них, а почему театр до сих пор ставит пьесы? И на этот вопрос мне ответить никто не может. Да? Почему он ставит пьесы? Почему он все возвращается и возвращается даже к классике? Вот. Это очень, на самом деле, вопрос, на который нет ответа. Вот эта вот как бы пропасть между режиссером и драматургом, которая вроде как родилась, вроде как режиссер должен победить драматурга, и драматургов не должно существовать, как-то не работает. А осмыслить режиссёроцентристские теоретики этого факта не могут. Следующий слайд. Значит, вот этот слайд, да. Значит, я... Всем нравится. Все должны разобрать, да, для себя. Более того, мы можем разобрать, да, если кого-то что-то вдохновляет, мы можем и дополнить, да, потому что, в общем, на сегодняшний день это далеко не исчерпывающий список, да, я смотрю на своих студентов, да, на самом деле пишет оригинальные тексты в стол, по-моему, только Ася Волошина. Вот у нее сборник тоже вышел вчера. И вот этот автор, который несет свой мир, да, внутренний, и как бы который несет свое художническое «я», и его кто-то, не знаю, воплощает на сцене, таких случаев единицы. В моей практике один. Да? В практике больше школы Калиды, там и Ярослава Пулинович есть с такой же репутацией, и кто там, Багаев, и Сигарев был, конечно, лидером проката, да, пока не перестал писать пьесы. То есть, в принципе, такие случаи редки на сегодняшний день, их очень мало.
вот ваша школа была, она не профессиональная, она была исключением. Все вы красавцы, поэты, и как бы вас ставят на сцене, это прекрасно. Значит, но, тем не менее, люди-то без работы не сидят, понимаете? И в общем-то, из профессии не уходят, да, не уходят. То есть вот еще один достаточно известный моя студентка, выпускница пьесы, которая тоже была здесь на Любимовке, Наташа Баренко, она прекрасно в литературном отношении, по-моему, писала пьесы, но она прекратила их писать. Я не знаю почему, я все время до нее... А причем она даже не объясняет, она говорит, я напишу, у меня много идей, да? Но она работает с подростками, с особыми возможностями, участвует в каких-то таких проектах, да, типа вот квартира там и так далее. То есть форум она... театр. Да, да, форум театр. Она занята социальным театром, сейчас она уехала на год стажировку в Германию, да, со своим режиссером Адой Мухин. Она занимается этими проектами. Не потому что она не может писать литературу, потому что она не хочет, ей не прикольно этим заниматься, да? С кем-то ей хочется просто. Я не знаю, Михаил, может быть, это просто такая модификация профессионального драматурга сегодня, понимаете? То есть я прихожу к выводу, насколько серьезно, я вот недавно была с ней вместе в Сочи, там она свой мастер-класс, я свой, я пришла, послушала. Она действительно прекрасно, профессионально, вот с доком работает с подростками. Да, и как бы считает это своей профессией. Да? Если раньше это была художественная самодеятельность, мы это так называли в мое время, то теперь, в общем, это, да, теперь это профессионализм. Да? И как бы сейчас, да, еще я не сказала несколько точек, которые с моей точки зрения вот нас, театральных драматургов, очень сужают в профессионализме. Хотя мы можем работать и там, и там. Это рождение кино. Да, которое отобрало у нас елизаветинскую фабулу. Фактически елизаветинскую увлекательную фабулу, да, кино у нас забирает, потому что кино это может сделать лучше, на языке кино это можно сделать лучше. Ну и понятное дело, что сериалы у нас тоже кое-что отбирают. Да, кое-что отбирают. Вчера мы встречались с режиссерами и, в общем, конечно, пришли к выводу, что современная драматургия не может рассказывать сильную фабулу. Ну, как-то это уже не за этим человек идет в театр, чтобы смотреть сильную фабулу в современной пьесе. Ну, когда вот так вот дрожишь, думаешь, что случится, да, убьет, не убьет, да, любит, не любит, плюнет, поцелует, да. Вот это вот движение, да, оно как бы уже театру, наверное, не нужно, да, театру не нужно. Потому что на языке других искусств, которые отпочковались от театра, да, это можно сделать значительно интереснее. И режиссеру-то это не нужно, да, не нужно. Он в театре хочет какими-то другими вещами заниматься. Вот. Поэтому мы сейчас с вами, это такая профессия, полипрофессия. Да? Мы можем, конечно, писать. Кстати сказать. Я еще несколько лет преподавала в Институте кино и телевидения и учила сценаристов. Вот Марина как раз, значит, училась на сценаристике тоже у меня. Знаете, как становится сценаристом сегодня? Какова карьера сценариста профессионального? Ну, институт идешь. И что? И там на втором курсе приходит редактор и говорит, давайте заявки. И что? И так становится сценаристом? И даешь. Вот у нас в Питере другой опыт. Ты приходишь в институт, никто к тебе не приходит ни на втором, ни на третьем, ни на четвертом курсе. Наоборот, ты ходишь все время на режиссерские курсы и говоришь, а у нас вот такая идея. Да, отлично, мы ее берем. Значит, потом все это как-то вот рассасывается, и режиссеры своими ручками пишут сценарий. Но неважно, эти режиссеры никогда не дойдут до камеры и до большого кино, которое, значит, вот так пишут. Потом человек проявляет себя в драматургии. И тогда к нему бегут режиссеры, да, прославляется либо как писатель, либо как драматург театральный. И тогда к нему бегут режиссеры и говорят, а не напишете ли вы сценарий? Да, вот один довольно известный режиссер недавно спросил в Питере у одного довольно известного критика, слушай, а какие драматурги сегодня будут как-то более или менее? Я хочу сценарий сказать. И заказал. Да? Ну, как бы вот это на самом деле почему-то происходит именно так. Только в театре. Да, ты, ну,
ну или в литературе, ты можешь приобрести все имя, и дальше кинорежиссеры все к тебе побегут как один, на самом деле, выстроятся в очередь. Вот. В общем, наша профессия становится какой-то очень такой мерцающей, но тем не менее такой всеобъемлющей, потому что театр на самом деле очень сейчас, на самом вот как бы, если поговоришь с режиссерами, то вчера вот мы спросили вообще режиссеров Каменковича, а зачем вам нужен драматург? И знаете, какой пункт был самым востребованным? Структурирует режиссера, да. Мне нужен человек, который меня структурирует. У меня есть много идей, но я не знаю, как их структурировать, да, как сделать композицию. На самом деле, когда-то, еще где-то в 20-х годах прошлого века, был такой у нас философ, ученик Гусарля, на самом деле он в рамках феноменологии творил, Шпет его была фамилия, и он написал очень интересную такую статью о как бы дифференциации театральных профессий, где он предсказал, что когда-нибудь от режиссера начнет отделяться, тоже выделится какая-то профессия. И может быть вот этот структуратор, это как раз по предсказаниям Шпета, отделяется от профессии режиссера. Может быть через 10 лет каждый режиссер будет, мальчик, будет вести девочку какую-нибудь за ручку, да, которая будет его структурировать. Да, вот шеф-драматург. Марин, ты не веришь в это? Надо верить в хорошее. Надо верить в хорошее. Да? Вот, поэтому все-таки я думаю, что профессионализм сегодня он гораздо шире, чем профессионализм Софокла, да, который был уважаемым человеком и писал пьесы, потому что это было очень престижно. Он нес людям какое-то знание, да, какое-то значимое высказывание. Сегодня драматург может как бы может зайти на сцену с разных сторон. Да? И значит, на этой оптимистической ноте я могу уже перейти к вопросам каким-то, да, потому что как-то мне не хочется грузить вас дальше, да. Скажу еще одну вещь. Вот вчера, когда мы встречались с режиссерами, один из них по имени Георгий, его все зовут Грек, он сказал мнение европейского человека, я его очень часто слышу, мнение европейского человека по поводу драматургии. Он сказал, что драматург на самом деле, только драматург определяет как бы вот это вот изменение театрального языка, потому что Станиславский, кем бы был Станиславский, если бы Чехов ему не написал, да? Кем бы был Брехт, если бы он до того, как сделал революцию в театре, своих пьес не написал, да? Кем бы был современный театр, если бы Беккет и Ионеско не написали бы драматургию абсурда, ведь родилась драматургия абсурда, а потом театр абсурда, да? То есть, если говорить вот о последнем пункте, драматург очень часто рождает идеи, ведь обновление на самом деле нашего театра в 21 веке началось здесь, в театре ДОК. Началось с того, что как бы вот стала как-то проявлять себя современная драматургия, которую театр вообще не видел как драматургии. Знаете, вот он не видел ее. Я сама была в числе тех, кто не видел в современных текстах пьесы, да, пьесы. И несколько лет это происходило. И только чуть позже стало понятно, что на самом деле это театр. Театр, который может не разыгрывать, да, здравствуй, Вася, привет, Сергей, а может сказать, что пришел Вася и поздоровался с Сергеем, да, и Сергей ему ответил, здравствуй. Это на самом деле, вот это наше русское брехтианство, которое пришло на сцену, на самом деле, с современной драмой. И вот это последнее обновление, какое еще, да, кто еще обновил современный театр? Только вот это направление ДОК. Поэтому, как бы, понятно, что это, ну,
новое очень, очень сложно, как бы, чем оно новее, тем больше сопротивления, тем больше ярости, когда оно входит. Вот, поэтому здесь тоже не надо терять надежды, да, не надо терять надежды, потому что помимо литературы, да, мы еще можем внести и вот это обновление театрального языка, хотя это самое проблематичное, наверное, для собственной персональной судьбы и для собственного персонального заработка, все равно еще, ну, я не знаю ничего личного, Миша, но просто трудно представить себе драматурга, который живет сегодня на то, что он зарабатывает в театре. Вот драматурга именно не, ну, как бы, не коммерческого, да, не того, кто наполняет старые, как бы, меха новым содержанием, как, допустим, Ярослав Пулинович, да, или как делал Сигарев, там просто видели мелодраму в его пьесах или комедию, но не видели вот этой новизны, которую он сам потом показал нам в своем кино, да, метафизики не видели. Но вот драматургу-новатору трудно же существовать, мне кажется, да? Да, он вынужден писать киносценарии, работать в сериалах, там, не знаю, вести любимовку, учить молодежь, да? То есть это исключительный случай. Писателю же трудно существовать на свои гонорары, даже популярному писателю он должен преподавать или что-то еще делать. Вот, поэтому вопрос профессионализма, да, вопрос широкий на сегодняшний день, поэтому прошу не грустить драматургов, да, а задуматься и примерить на себя какую-нибудь историческую роль. Так, все, я закончила. Теперь спасибо. Есть, Наталья Степановна. Да, задавайте. Ну, мне можно я задам, да, потому что я слушаю, мне все больше кажется, что драматург становится практиком театра. Ну, то есть не человеком отдельно сидящим, да, за тривистником с письменного стола, а человеком, который создает театр вместе, да, в коллаборации, в группе, в как-то еще. И вот мне кажется, что мы находимся, ну, может, я ошибаюсь, и вы мне сейчас скажете, что я ошибаюсь, и как бы вопрос лишится смысла. Но мне кажется, что мы сейчас в каком-то находимся, ну, не то что в тупике, но угасание вот этого режиссерского театра. Ну, в смысле, такой вертикальной колонны режиссера. Все больше и больше возникает горизонтальных проектов, и они какие-то набирают силу. Что там будет делать драматург в этом будущем? Потому что понятно, ну, как бы, позиция его относительно режиссера, да? Он... Это отдельная тема. Позиция, вот, отношение драматург режиссер – это отдельная тема. И вообще вот это вот, знаете, вот, что называется, ваш вопрос, не скажи, в бане шайками закидают. Да? Любой театровед скажет вам, что это просто чушь, и что если режиссерская профессия умрет, то вообще умрет театр как феномен, да? Как, вот, как искусство. Как, не будет единицы, да, вот этой единицы. Что, не скажет? Нет, театровед, ну, любой питерский скажет. Любой питерский скажет, да. Любой, как бы, гвоздевец вам об этом скажет. Да, потому что само театроведение стало наукой, как только появилась режиссура, да, потому что иначе было бы, как бы, да. Вот, поэтому я-то согласна с вами. Мне кажется, что сейчас режиссура находится не в кризисе, а вот в момент какого-то почкования, какого-то деления, да, и может быть просто... Я не думаю, что так быстро это исчезнет. Нет. Может быть, просто будет какой-то параллельный процесс, да, вот этот театр авторский, сугубо авторский, да. Вот я не знаю, вот тоже я думаю про Богомолова, допустим, феномен. Что в нем больше, драматургии или режиссуры, да? Он же все пишет сам, он все переписывает сам, и его иногда вот эти вот диалоги производят значительно большее впечатление, чем его мизансцены, скажем так, да. Поэтому, да. Что-то происходит, но вот куда это все вывезет? Может быть, просто еще один будет какой-то жанр, да, театральный. Что будет делать в этом жанре драматург? Останется ли он драматургом или растворится среди
шести членов группы, да, под номером 5 он будет, например. Ну, я понимаю, да. Ну, вот, грубо говоря, да, вот давайте, вот нас 5 человек, давайте сочинять спектакль, там, ты будешь драматургом, да. Да, ты художником, там, ты будешь актрисой. Черт его знает. А, это вот, может быть, будет так, может быть, будет и так. Потому что ведь в этой шестерке обязательно кто-то будет зрителем. Потому что сейчас растет профессионализация зрителя, на самом деле, театрального, в отличие от кино, допустим. Потому мне кажется, что кино в глубоком кризисе. Значит, профессионализация зрителя растет, и мы все больше и больше туда отдаем часть. Да. Можно вопрос задать? Вот вы сказали сейчас кино в глубоком кризисе. И на самом деле, я понял, мне просто это очень интересно, да, и театр, и кино, это как, не знаю, да. И ложка, и нож, и вилка, все это в одном. А вот на ваш взгляд, я понимаю, что это очень сложный вопрос, но все-таки, почему? И второй вопрос сразу же, а когда вот у нас начинают появляться режиссеры, половину других режиссеров их не принимают. То есть людям не нравится, когда снимается «Левиафан», когда снимается «Нелюбовь», и сразу вот идет какая-то такая дискуссия отчуждения. Вот мне ваше мнение очень интересно. Вот почему? Или, допустим, работы Быкова. Но если они показывают правдивый мир того, что происходит там за 100, за 200, за 300 километров от Москвы, да, то, что у нас ну, в диком положении находится глубинка России, да, вот ваш взгляд, спасибо. Когда я говорю, что кино в глубоком кризисе, я совершенно... Мне очень нравится «Левиафан». Я не видела ни одного фильма Быкова, но Аня мне рассказывала, и как бы... Он это дурак, тоже... Да-да-да, это тоже хорошо. Значит, я говорю о другом совершенно. То есть я прекрасно отношусь к этим фильмам и считаю, что те, кто их не приемлет, у них просто немножко нужно раздвинуть горизонты. Это все, это чисто личный какой-то вот, ну, человек мыслит в узком горизонте. Зачем? Зря, да, да, зря, надо немножко расширить. Это не принципиальный вопрос. Ага. Я считаю, как многие считают синефилы, что с появлением звука кино в глубоком кризисе, потому что кино испытывало как бы свои выразительные средства период немого кино. Как только появился звук, появился нарратив, и вот этому нарративу, да, появилось вот это жанровое кино, ужасы там, и этот нарратив съел киноязык. Я не знаю, понятно ли я объяснила, но так считают все, кто занимается кино, ну, почти все, кто занимается кино профессионально. Ну, в смысле критики, да, и веды там всякие, да. Я точно так же считаю, что новые выразительные средства рождаются в плане эффектов, в плане каких-то, ну, не знаю, еще новых поджанров, образов. Там, да, образов, там, героев, но это же все не язык кино. Это же все не язык кино, понимаете? Вот в этом плане оно в кризисе, оно не может из него выйти. Много ли? Еще вопрос? Нету. Ну, слушайте, спасибо тогда большое.